Привет, друзья! После последней рыбалки прошло совсем немного времени, и мы, пытаясь ухватить уходящее лето за хвост, снова приехали на рыбалку, отдохнуть, показать вам красивую природу озера Чертолы. Приехали мы ночью, и утром вот туман такой плотненький был, но сейчас уже развеялся. Вот так мы устроились. Здесь палатки сделали небольшой хозблок. В машине переночевали. Ну как переночевали, немножко поспали. Вот лодка собрана уже практически. Ну, там уже вот люди. Вот рыбаки уже готовы. Ну и мы почти собрали лодку. Ну вот, расположились. Закинул я две удочки. Вот, которая слева, поплавок. Только что поклевывал, пока включал, блин, камеру, перестал. Эхолот показывает, что рыбка есть. У нас Андрей Леонидович поставил донку такую. Ну вот, друзья, уже достал камеру, блин, не успел включить вовремя. Вот такая вот красавица. Красноглазик. Это на опарика. А на червяка, ну, что-то так поклевывает, конечно, ну, что-то как-то совсем печально. В том году мы тут 2 дня пробыли. Ага. 2 дня пробыли и вообще нифига нету, ни одной поклевки не было. Поклевки вялые какие-то, прям совсем. Еще один. Ну, это уже поменьше. Ну, что-то совсем маленькое. Идем на уменьшение. Ну, что-то не то, блядь. Что-то не, блядь, не то, что-то, блядь. Что это, зацеп? А? Зацеп у тебя? Откуда, блядь? О, ничего ты. Города поймал. Цельная борода. Только забросил. Ну надо ж так, а? Буквально закинул удочку, положил. И вот он. Шкварчит еще что-то. Ругается по-своему. Хорошо у нас тут, ветра нету, птички поют, солнышко оно выглянуло, хоть погреться маленько, что-то, блин, теплые вещи не взял с собой, на берегу нормально было, но здесь уже прохладненько.
Под самую лодку залез. Я тут подкармливаю потихонечку. И очередной. Ох, как я его зажабру-то. Еще себе. Случайно. Весь в какой-то сопле. Камера в соплях. Пипец. Вот, наконец-то у нас Андрею Леонидовичу повезло. Тоже плотвичка, да? Угу. Где она там? Куда-то охота вести была. Свалилась. Только рыбку сложил, и еще одна есть. Прямо еле держалась, блин. Еле-еле. У меня такое ощущение, что прям под лодкой где-то она сидит, потому что на правую удочку я уже только словил, а на левую у меня нифига, она чуть подальше заброшена. Сейчас опять клюет. Сюда прямо такой там дергает так сумасшедше. Офигеть, ага. Это что такое? Ого! Нихуя, взял. Это кто это такой? Ты подсаждать? Нихуя. Карась, что ли? А я что-то не пойму. Карась? Да, карась. Нихуя, что ли, какие? Так это карась на сколько, блин? Ну-ка, давай ко мне, Эндрю. Подсак? Подсак. Тут что-то, по-моему, на килограммчик-то он есть. Я боюсь, он сорвется. А как он сбирается? Просто выплевывай его оттуда. Да-да-да, не бойся. Вот так, да-да-да. Ага. Он еще за плавник зацепился, он так весь в натяжку, пока висит. Да, я понял. Хороший карась. Так, надо. Давай. Так, держи удочку. Удочку. Так, давай. Вот так. Вот такой вот. И сорвался сразу же, да? Да. А, нет, сидит. Блин, я не знаю, насколько и как вам это передать, но вы, наверное, видите, что он жирный прямо. Он больше на сазана похож. Выскользнет, если я туда потащу. Да, подержи. Ага, подержи вот так. Так, сейчас мы его... Блин, главное, чтобы только не вылетел. Вот такой вот. Двумя руками держу он прямо. О, обалдеть. Нет, там больше килограмма. По-любому больше. Не, весы есть. Офигеть, бля. Пусто. Да, на фидер что-то совсем плохо. Сколько у нас на фидер? Одна получилась. Плотвичка одна и все, да? Да, с Андреем Леонидовичем тоже на поплавочку пересел. Фидеры так закинули, но они, по-моему, толку от них не будет. Что-то давненько уже не клюет. Надо, наверное, перекусить. И потом поменять место дислокации.
что, друзья, все, нарыбачились мы. Прибыли на берег. Сейчас лодку соберем. И будем двигаться в сторону дома. Вот такой у нас улов сегодня. Это, наверное, где-то часов за 7. Вот карасик тот большущий. Ну и плотвичка мелкая. Ну как мелкая, в принципе, пойдет. Ну а я с вами надолго не прощаюсь. Встретимся на водоеме.